В стенах Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангирхана состоялся третий форум «Независимость и сельская молодежь». Организатором выступила Народно-демократическая патриотическая партия «АУЛ». Мероприятие прошло в рамках проекта «30 добрых дел», приуроченного к юбилею независимости страны. Перед началом мероприятия в главном холле прошла выставка бизнес-проектов студентов Аграрного университета. Основная задача форума – стимулировать молодежь к политической и социальной активности, продвижению идей по развитию села. Участники – активисты молодежного крыла, депутаты от партии АУЛ, учащиеся колледжей и студенты. Так, Кустанайскую область представил Даниял Мунайдаров. Он учится на третьем курсе инженерно-экономического университета. Мы приехали с той целью, которую мы обозначили лишь сегодня. Получается, данный форум был создан лишь для того, чтобы обычная молодежь из села могла задать вопросы касаемо определенных идей высокопоставленным должностям. То есть, чтобы мы поддерживали молодежь и они донесли свои мысли. Ведь у ребят из села, у них огромный потенциал, огромный список идей, которые они могут реализовать. Для молодежи были организованы тренинги, групповой мозговой штурм по выстраиванию стратегических планов. Также участники форума обсудили проблемные вопросы уровня образования в школах, развития спорта и культуры в селах, нехватки кадров и специалистов в аграрном секторе. Вопросы задаются какие? Почему молодежь уезжает из села? В первую очередь, не после окончания высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, они не возвращаются на село. Это главный вопрос. Создание рабочих мест на селе, создание бизнеса, малого бизнеса на селе. И эти вопросы сегодня животрепещущие, и они ставят перед правительством такой вопрос об улучшении бытовых условий на селе. Это, в первую очередь, дороги, это газификация, это открытие новых рабочих мест, такие, чтобы люди возвращались на село. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана на сегодняшний день получают высшее образование 5000 студентов, из них 95% из сельской местности. Среди выпускников университета немало успешных примеров реализации бизнес-идей. Яркий пример к тому, что можно работать и двигать свой бизнес на селе, это пример оказания ветеринарных сервисных услуг. Это выпускники, прошлогодние выпускники нашего университета. Они, хотя сами живут в городе Уральск, но обслуживают Бурлинский район, Таскалинский район и оказывают мобильный ветеринарный сервис. Доезжают до отдаленных регионов, где нет ветеринарных врачей, и они организовывают выезды и на местах оказывают услуги. И бизнес, можно сказать, у них процветает. В заключении форума активисты молодежного крыла партии АУЛ выступили с обращением к молодежи страны совместно работать, поддерживать все инициативы и добиваться новых высот. Альбина Кумаргалиева, Каирбек Сариев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жаик.